Всем привет! Сегодня у меня опять посылочка из магазина «Иголочка». Это украинский магазин «Иголочка.com.ua», где я заказываю украинских производителей по недорогим ценам. Ссылочку для перехода в магазин я вам оставлю под видео. Там можно выбрать цены в гривнах, цены в рублях. И доставка для нас, россиян, выходит недорого. Смотрите, что в этот раз я заказала. Девочки, это просто отвал башки. Девчонки, я была в восторге от этой сумки. Первый раз я вижу вот такую красивую сумку, вышитую бисером. Посмотрите, это сумка от фирмы «Украиночка». У меня есть уже сумка, которую я давно мучаю, никак не дошью. Вот, но она не такая классная, не такая эффектная, как вот эта. Девчонки, там на сайте огромное количество сумок разных, разнообразных, и светлых, и черных, и с разными рисунками. Я не думала, что они такие красивые, и что так они качественно сделаны. Посмотрите, какая, ну понятно, что это искусственная кожа, но она сделана, вы видите, под натуральную. Длинная ручка, собственно, все, что мне нужно, это длинная ручка, потому что я обычно снимаю всегда и сумку ношу через плечо. Посмотрите, здесь магнитик, вот, там дальше у нас кармашки, кармашки на замочке. И вот эта сторона вышивается. Девчонки, в интернете очень много дизайнерских сумок, дорогих. Они стоят бешеных денег. И они по внешнему виду ничем не отличаются вот от этой сумки. Вот именно такую сумку я и хотела. Вот та моя сумка, она вышивается с двух сторон. То есть понятно, что будет цепляться за одежду. А здесь, как вы видите, эта сторона гладкая, а вот эта сторона с рисунком. Единственное, бисер не входит в этот набор. И я еще не знала, с бисером или без бисера эта сумка. Я подбор бисера не заказывала, поэтому в следующей посылке я обязательно закажу подбор бисера к этой сумке. Вот, и еще, возможно, такую светлую сумку закажу. Девчонки, ну это просто обалдеть. Ну, светлую, может быть, с другим рисунком буду заказывать. Но я хочу еще такую сумочку. Вот, даже для подарка. Так эта сумка, ну вообще шикарная. И стоит она недорого. Сейчас я вам скажу по цене, сколько стоит сумка. Она стоит 1197 рублей. Но я считаю, что вот для такого качества, в принципе, это недорого. Вот. Ну, понятно, что мы покупаем наборы и схемы, да, по такой же цене. А тут вот такая классная вещь, которой можно пользоваться. И сейчас покажу, как здесь нужно вышивать. Для меня, для самой, все это в новинку. В предыдущем видео я показывала игрушки, и там нужно было их вот так аккуратненько вышивать поверху. Они были полностью сшиты. Я думала, здесь также нет. Смотрите, здесь замок. То есть мы с вами открываем замочек. Открываем замочек, и вот, пожалуйста, смотрите, вот основа. Вот так мы ее открываем до конца. Посмотрите, как удобно вышивать. Ну, понятно, что вот здесь вот, может быть, будет и не очень удобно, хотя вот рука у меня подлазит нормально. Я еще не знаю, с какой стороны удобнее вышивать, с этой или с этой. Вот, как мне как-то надо приспособиться. Я люблю вышивать рядочками, вот, потом вот так переворачивать, вот так переворачивать. Вот, ну, в общем, не знаю, вот так рядами вышивать, вот, может быть, вот так рядами, потом перевернуть. И вот так ряд вышивать. Наверное, вот такими длинными рядами не очень будет удобно вышивать. Хотя, не знаю. Не знаю. В общем, нужно как-то приспособиться. Но сумка бомбическая. Девочки,
Я просто в восторге от этой сумки. Я уверена, что с такой сумкой, когда выйдешь на улицу, ну просто, наверное, все будут обращать внимание на такую красивую сумку. Предыдущая сумка у меня от Матрёниного Посада. Вот, она все равно не такая эффектная. Вот именно вот такую сумку я хотела. Я, кстати, хочу на будущее джинсовую сумку. Я хотела вышить вот так все. И потом мама у меня шьет джинсовые сумки на заказ. И я хотела ей заказать сумку. То есть вот чтобы одна сторона была вышита, а тут была джинса. Вот. Но я увидела вот такую сумочку. В принципе, у нас такая погода, что вот такие сумки, конечно же, они практичнее. Вот, джинсовую сумку чаще нужно стирать, а поскольку здесь вышивка бисером, а вот, я хотела вышивать нитками. У меня есть канва водорастворимая, а вот, но бисером эффектнее. Ну, понятно, что она будет тяжелее, но она очень эффектная. Очень эффектная сумка. Моя любимая расцветка. Розы, незабудки. Ну, ой, девочки, я в восторге. Вот это... В принципе, одно из таких вот приобретений, знаете, от которого я в восторге. Вот действительно в восторге. Как-то уже много всего мы видели, да, и удивить нас сложно, но вот эта сумка меня реально удивила. Очень много, там большой выбор сумок в этом магазине. Вот, осталось мне только подобрать бисер. Вообще здесь вот ключ есть. В принципе, я бисер могу купить здесь, в наших магазинах. Здесь, в принципе, номера на бисера указаны. Вот, это, в принципе, классно, что указаны номера. Вот, но поскольку я все равно еще буду делать заказы в этом магазине, я на будущее закажу подбор бисера. Так, что еще я заказала? Это... Вот такая подвесочка. Давно ее хотела, но ее так быстро раскупают. Вот, посмотрите, она двухсторонняя. Одна сторона желтая, вторая сторона зеленая. Поскольку логотип моего канала подсолнух, у нас в области всегда сажают подсолнухи, поля подсолнухов у нас везде. Это невероятно смотрится красиво. Мой садово-огородный канал называется «Солнечный цветок». Ну, в общем, это моя любимая тема. Посмотрите, здесь вот такие стразы в форме капельки. Я уже делала обзор вот на эту фирму «Новостич». Это фирма «Новослобода», то есть у них подразделение, которое занимается брошами и подвесками. Вот это, ну, для нас новая, да, получается, эта фирма «Новостич». Но это то же самое, что и «Новослобода». Называется «Цветок солнца». Девочки, моя тема. Вот такой он получается, вот плоский. Видите, сшиваются две стороны и цепочка. Такая вот цепочка. Ну, в общем, очень красивый брелок. Это брелок, подвесочка. Оно обалденно красивое. И вот я смотрю, здесь вот у нас стразинки, да, желтые. А вот здесь у нас получается бисер зеленый. То есть по-разному. Получается, что по-разному вышиваются обе стороны. И, в принципе, это классно, потому что одинаково вышивать, наверное, надоест. А вот так вот разные вышивать будет классно. И еще вот такой наборчик заказала. Давно я хотела его заказать. Но, вот, видите, «Новослобода». Но мне очень хотелось посмотреть, как он выглядит в реале. То есть не на картинке, а как он выглядит на самом деле. И навстречу приносила девочка вот такую вот... Вот такую работу. Девчонки, она обалденная. Обалденная. Вышивается ювелирным бисером. А вот здесь по краю деревянные бусины. Очень-очень смотрится красиво. Есть еще такая работа. Там три образа. И они сшиваются пирамидкой, треугольничком. А здесь вот получается две отдельные. Давайте посмотрим, из чего состоит комплектация. Посмотрите, здесь вот так вот основа. Это перфорированная бумага. Скорее всего, это она. На дырочке. Вот так вышивается и сшивается между собой.
А здесь по инструкции написано, что между собой сшивается. Но можно сделать вот так отдельно. Если с обратной стороны сделать фетр, единственное, что не хватит вот этих бусин, а будут не длинные, вот здесь вот веревочка четкие, а будет короткая. Но я все-таки хочу вот так сшивать. Я хочу, чтобы у меня вот так одна была работа, хотя можно сделать их две. Но это все по вашему желанию. Главное, чтобы хватило бусин по краям все это обшить. И еще, что я заказала, это броши. А девочки, у Crystal Art просто обалденная серия брошей. Crystal Art — это черевна мыть, то есть подразделение тоже Crystal Art, которое занимается вот именно брошами. Посмотрите, здесь используются разные стразы, камни, беконусы, бисер. Работы очень маленькие по размеру, 5 на 5 сантиметров, но они невероятно красивые. Посмотрите, вот арбузик. Это лист. Летнее настроение называется. Прям нужно мне как-нибудь сесть и заняться брошами. Я давно хотела прям вот сесть и сделать несколько брошей подряд. Я уже делала подробные обзоры на эти наборы в предыдущих видео. Вы можете посмотреть. Но, конечно же, интересно посмотреть все это вживую. Вот яблочко 5 на 7 сантиметров. Листочек 7 на 6 сантиметров. Ну, понятно, что здесь вот потому что у листочка такой черенок, поэтому подлиннее, да, вот, но просто обалденные вот эти вот работы. Руки чешутся открыть. Ножницы я не приготовила, вот, поэтому сделаю обзоры вам в отдельных видео, когда буду делать эти броши, то покажу. Но если вам интересно, то у меня есть видео, я вам сейчас оставляю ссылочку на это видео, где вы можете посмотреть обзор на эти наборчики. И также посмотреть, что я заказывала в предыдущих своих заказах в магазине «Иголочка». Классный магазин, ссылочку на него оставляю в инфобоксе. Удачных вам покупок, всего вам доброго. С вами была Инесса, пока-пока. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки.